Бакраут, ты ведь меня слышишь? Что? Часто вспоминаешь об отце? Да. Думаешь, что он был трусом? Он трус. Все так говорят. И теперь живет у Хель. Слуги ее, Сони или же Бока. И одр болезни, постель его. А злая кручина полок. Верни утраченную им честь. Верну. Не сомневаюсь. Джададу. Неом хат аджуйон. Айо вас айезайат дагенха. Отена гон дезаду мадони. Мне пора. Увидимся. Тут надо быть аккуратнее. Зато никто не знает, что ты в руках Одина! Ты заблудишь! Умри достойно! Субтитры сделал DimaTorzok.
открыть. Я спрошу у нашей подруги. Вернее! Услышьте меня! Торма! Члены ордена! Повторите. Вновь. Горм Кьютлисон. Сдавайся, Нидин! Ну же! Еще немного! Горм Кьютлисон. Не чертак 500 дверей! Это вовсе не скала павших! Где женщины на крылатых лошадях? Почему здесь нет потерей? Мой заклятый враг! Это Нифльхейм. Мир мрака и холода, где бесчестные умирают снова. Где испаряются забытые души. Из-за твоих козней мы обречены!
Прирожденный лжец продолжает лгать. Говори правду. Зачем орден здесь? Чтобы освободить могучую богиню. Что пленили когда-то йотуны. Вот жалость, Горм. Ты с ней не встретишься. Кристалл Горма. Он лучится странной силой. Неземной. Что Горм хотел выкопать? Что скрыто в этих пещерах? Пусть Олаф знает, что его мучитель мертв. Расскажу ему. Как красиво. Я чувствую что-то знакомое, умиротворяющее. Вероятность успеха высока. Расчеты дают нам надежду. Это не для меня. Нужно бы зайти к Олову. Пусть оно знает, что здесь произошло.
Здесь мне точно не рады. Мне уже надо идти. До встречи. Что-то упало? Славный старый Арни, мой любимец, упал. То есть слетел вниз. И теперь застрял там, бедный. Я все никак не уговорю его взлететь обратно. Похоже, он еще не все усвоил. Арни! Лети! Он не умеет летать. Придется нести. Арни любит целоваться. Прошу, не убивай его, если он тебя клюнет. Ах!
Лети-ка ты в Хельхейм. Арни! Чтоб тебя! Видно, так было суждено. Умом он никогда не блистал. Что ж, пойду к своим друзьям-зуболомам. Надеюсь, они все еще ждут меня в порту. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Пора прикончить чудище. Thank you.
Откуда взялось это? Я Брэндон из Клонферта, раб Божий. Делаю последнюю запись здесь, перед святым источником света. Мой путь окончен. Больше 2 лет я слушал голос Господа. И вот он привел меня сюда, чтобы внять его слову. Я видел врата с древними знаками. Я слышал его ангела, что звал меня возлюбленным. Но путь не открылся. Я до сих пор слышу этот голос, блаженный, терзающий. Но путь остается закрытым. Куда дальше? Неизвестно. За неведомые силы. Huh?
От Горма нет вести. И весь эльф у него. Столько работали. А где награда? Спасибо, что все запорол. Лишила работы. Ну, так какой план? Бросаемся в бой, берем наскоком. Да уж, в прошлый раз очень помогло. Нет, теперь надо быть осторожнее. Выследим, загоним в угол. Плоть морскую. Привет тебе. Спасибо за помощь. Мне все рассказали. Мы собираемся добыть очень грозного зверя. Присоединяйся, если тоже соскучилась по хорошей охоте. Вперед, к приключениям. Идем с нами. В прошлый раз нам досталось. Надо быть осторожнее. А, эй! Прошу, не надо так. Твои шуточки нас погубят. А ты здесь какими судьбами? Захотелось в глушь? К настоящей добыче? В каком-то смысле. Разочарована точно не будешь. Только осторожно. Зверь силен, бесстрашен и быстр. Следы. Ошибки быть не может. Это тот же самый зверь, что напал на нас. Слышите? Он рядом. Я чувствую. Давай уже. Вот он. Славный бой! Какая отвага! Такого зверя одолели! Спасибо тебе! Хищником быть или жертвой? Каждый решает сам. О, эта тварь была даже страшнее медведя. Ну и жуткие же здесь места. Поскорее бы домой. Дело сделано. Если мы когда-нибудь встретимся вновь, будем рады поохотиться с тобой. Арни! Ну что ж, он продержался дольше остальных. Теперь мы, наконец, можем вернуться домой. Хватит тебе прятаться, Олаф. Горм мертв. Горм? Пал? От твоей руки? Он заплатил кровью за бесчестие. Больше тебе знать ни к чему. Возвращайся к сестре. О, вернусь. Но сперва посижу с местными у костра. Они рассказывают удивительные истории. Истории? У них есть свои саги? Да, истории, да. Послушай и ты. Зокки, рарондунде васагорори не йотци зизу. Вахару, хау, тоедене, зинуэ родискарагете, джунгквиротагуани.
дэхни царунги тотни дагве. Я дэхни ганаре цио сумвая. Дану аквегу гасумва хунзи. Йот ци зизу, ягода денегва дагу. Дану рарондоде, ясутне ирдаде. Зокки, осумагу, я унтке дода, ахярек, догатка негре. Туда я васци, рарондоде, я сагореге. Осумагу, я иантатне, не йотци дзизу. Зи ва агоянтан хаже, ва эйнахаду, зи находа ва эгвени. Ниа дега дереге. Я эхоэ, зи я иантатне, зи дежатсу вагардас. Кац, кахнарага, так вагарадухас. Я не понимаю. А, вы хотите услышать мой рассказ? Ладно, сейчас. Рассказ об измене и о коварстве, о богах, что хуже капризных детей. Из наших богов сильнее всех почитают Одина. Он всеотец, высокий, мудрейший правитель. Но при всех заслугах он также бывает скрытным, себелюбивым и упрямым, подчас даже жестоким. В давние времена случилось, что погиб его сын, Бальдр. Уязвимый лишь для одного — Амелы. Думая, что это был несчастный случай, Один обратился к Йотунше Хель и попросил ее вернуть Бальдра к жизни. Хель согласилась, но с условием, чтобы все живые существа в девяти мирах оплакали Бальдра. Один отправил гонцов по свету, прося все живое поплакать о его сыне. И все плакали. Почти. Великанша Ток отказалась. «Пусть Хель оставит себе то, что получила», — сказала Ток. Так и случилось. Бальдр ушел навеки. Его тело перевезли за море и похоронили в Мидгарде. Не знал Один, что под личиной Ток скрывался обманщик Локи, которого он считал своим другом. Что еще хуже? Именно козни Локи привели к смерти Бальдра. Именно его злобные фокусы. Может, Локи был жесток от природы. А может, это было местью за то, что Один сделал с Локи и его детьми. А может быть, все эти дела, добрые и злые, давно вплетены в полотно жизни. И мы не выбираем путь, а лишь идем протаренным путем. И значит, нам... Нам надо гнать такие мысли, ведь они огорчают. Ангвагара духа сене от новара раугара. Нене охниот ти ватадет новуяке. Горм привез это по китовой дороге. Не ведаю зачем, но видно место камню в этих землях. Йоскац. Гва раснусаге ватни дахаре. Дагва вирек га? Возьми.
И береги. Может, потом узнаешь, зачем он нужен. Спасибо. Всем вам. Спасибо за все. А я, Уацки, я тисот хагунгаха, а я за хахарахта, гахнарага. Йора из Йорвика! Что-то давно тебя не видели. Нет больше Йоры. Я Эйвор. Дрэнк из клана Ворона. И мои дела здесь окончены. Дела? Ха, какие дела? Горм умер! Подох наш тролль! Олаф! Сестра, веселись! Горм Кьотвисон мертв! Его убила Эйвор, друг воронов! Дикое сердце, спасительница Олова! В каком смысле? У меня была старая кровная вражда с Гормом. Теперь все кончено. Об этом дне будут петь скальды, как Эйвор охотилась на Горма на самом краю света. Главное, Горм убит. Советую покинуть эти места. Нечего нам здесь делать. Я согласна. Горм, правда, был безумец и чудовище. Но он платил серебром, и нам этого хватало. Братец, ты в порядке? Я боялась за тебя. Все хорошо, о да. И я думаю остаться на сезон другой у моих новых друзей. Как хочешь, братец. А ты, Эйвор, куда ты отправишься? С нами за море или назад в леса? Я челю с вами. Вперед. Береги себя, Олаф, в этой жизни и в другой. Прощай. Прощай. Вдаль бежит китовый путь. Тьма и горе привели меня сюда. Может, сгинуть мне здесь суждено. Но пока я ухожу в море. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести.
Приветствую. Тебя так долго не было? Ты волновалась? Конечно же. Такой дальний путь. Ну так как, удалось все сделать? О, да. И наверняка дома мне тоже будет чем заняться. Славно. Дело сделано. Горм мертв. Клана Кьотвиссена больше нет. Славно. Надеюсь, ты расскажешь о путешествии в Винланд, когда будет время. Конечно. Пришло новое послание. Горм сдох за морями, в одиночестве и безвестности. Мастер Ордена отсечен, как ветка от усыхающего древа. Ты приближаешься к корням. Мне уже пора. Ступай с миром. Мы тут с Туви кое-что придумали. Что предложишь сегодня? Что, это все? Еще увидимся. Увидимся, Эйвор. Пришло послание. Это снова я, Эдит. Эйвор, ты уже опять здесь? Хочешь вернуться на остров Скай? Не сейчас.
Что привело тебя ко мне? Здравствуй! Что предложишь сегодня? Береги себя там! Не забывай пить много жидкости! У тебя есть для меня заказ? Есть одна работа, в которой пригодятся твои особые способности. Скорее всего, цель уже мертва. Но проверь на всякий случай. Тебе же приходилось убивать? Значит, все будет хорошо. Я бы сам все сделал, но кто тогда будет торчать здесь с важным видом? Мне уже надо идти. До встречи. До встречи! Пока! Увидит, сразу нападу. Славят тебя скальды. Yeah.
Накину-ка я капюшон. Лети же. Всегда приятно встретить доброго человека. Веди таких сюда, если увидишь. Что предложишь сегодня? Весь наш товар проверен временем и одобрен Редой. Доброго дня. Пора. Удачи. Увидимся. Ой. Думаю, это тебя заинтересует. Мне пора в путь. Прощай. Возвращайся скорее!
Пойдешь с нами в набег?